Мне трудно. Намекать за обратно на замену от Дэдборн обратно. Нас же Байер сейчас уйдет, нас освободит. А не под замену тонуть? А? Не под замену тонуть? Он уйдет на Соляру и придет на Келя. Либо можно нас. Дайте на трэш побыстрее хилы победить. А давай не будем брать нас. Он не шарит на этот на третьего босса. Зачем? Он убивает Соляру. Тебе нужно место для второго байера, я так понимаю? Нет, я про то, что незачем Намикадзе было убирать, потому что сейчас Макасу. Я твоих байеров не трогал, я поменял Намикадзе, потому что мне нужно отойти. Оставь Груплут. Все равно не понял. Вага передал там. 35, да. Ты кинешь ему трейд. Чего тут дешево продает? 35. Ну сам без фандов кусок. Вечерний рейд у меня байер за 40 берет, но он уже очень долго ждет. Может он тоже. Он уже ждет, наверное, месяца два. Кинь мне трейд. Я не знаю, наоборот, ну, какая-то, да. По идее, должно дорожать, что воронки уходят. Типа гильдии закрывают, значит, дешевле становится. Кто не в бою, тыкните мобильный банк. Я не думаю, что много гильдий Келя закрывают. Что, что в раз, воронки дорожают? Ты все веришь? Они недавно 4 кг стоили. Мне не кажется, что у тебя какие-то глюки. Воронки дорожают. Я тебя просто не услышал, я слышал, много что-то про воронки и спросил. Не услышал ты, когда я, блядь, с Прони разговаривал про ПВП, ты, блядь, думал, что я тебе проблемы, по-моему. На этом поводу. Проблема? Я у тебя спросил, что ты сказал про воронки. Мне интересно, что ты сказал. Шоу и 5 должен дорожать. Что я сказал? Дайте орехов и дайте попить. Дали Инрама. Сейчас следующий бан захилить. Вставай, нет. Захилить его. Топовые фласки никто не пьет за репу, которая. Почему ты так думаешь? Всегда пью. СС. Чё-то смотрю, вроде, блядь, не напомню.
танк подходит. Потому что репа нет. Есть репа, но я просто не вижу эти репа. Не, просто смотрите, вы значки типа-то все ролят, а блять, а банк нихуя не пьют. Ну будет правильно вообще ролить значки тем, у кого есть репутация прокачивать, чтобы ему пользоваться. Да мы чем начали ролить? Пока лежит. А ты что, начали ролить? Я от значков отказываю все время. Значки из прошлого когда ролятся. Все правильно делаю. Теряют, ты видишь? Ты здесь знаешь, что я легионер в своем.
это инвиз, как бы он не скидывает. Эдрей как скинул. Бласт отбросил, наверное. На чем, на трэше, что ли, бить или пробовать скидывать? Ваниш? Ваниш, это ты в инвиз ушел, блядь, конечно, он скидывает, вот. Он 100% на ноль спускает, да? Зачем буду пешка в рейд нагнали? Я так понимаю, что... Ему нужен. Чего? Понимаешь, что место для Байера держи, нет? Я уступлю Байеру, а Будапешту нужен Кильтас в любом случае. Ну, блядь, не на Кильтаса идем. Если я могу уступить ему место. Упал ли ему здесь что надо? Когда мажет, то будет. И сравни свой гир и его гир, а потом уже про дома говори. Я Гэш ему будешь уступать. Зачем ты чё, некого, блядь, поменьше даёшь? Меня. Я говорю, может, человеку отсюда что-то надо. Более сломен вагон. Каждый жаждет послакать. Сейчас два за один убили. О. Где воронка вторая? У меня. Что мало воронок сегодня падает. А вот это вот залупа, запы кольчужные, вот палец, как вы знаете. Йотун, Фрост Спек, это танк или ДД? Ты тут, Йотун? Чего? Фрост Спек, танк или ДД? Меня хуя слышно, что ли? Блять, когти у меня в танке есть. А Фрост Спек и ДД у меня сейчас нет, если бы ПВП сделал. У меня было. Это у тебя сейчас танк аспект? А нахуя у тебя черви были скачаны? Ёбаное все. Куда без них? Они в танке вообще не нужны. Ну, не знаю. Так, что там, удары, оружие. Оружием не бьешь, короче, понял? Стоишь, дрочишь. Адванс ты на контроле будешь. Фир по КД. Так, поэтому... так. Что я там вообще делать? Стоишь и дрочишь. Там моб будет такой, жрец, знаешь? Ну. Ну вот, адванс будет его фирять. Если вдруг адванс взлетит в воздух, и моб выйдет из фира и начнет кастовать, то ты дашь мобу притяжку. Если притяжка в КД, то дашь сало. Бить никого не надо. Просто стоишь, ебалу щелкаешь. Раз как бы. Отписано? Сбивать косты будут станы, фиры и что там еще, превращение в жабу, превращение в овцу, магов нету. Приоритетом сбивайте, вот которого под боссом бьете, совы ваш тайфун тоже сбивает. Кидайте весь контроль тайфуна, имею в виду. Потому что если кто-то с фиром или станом проебется, или будет диминишн какой-то, блять, на стан, то, блять, босс захилится, а нам этого не надо. Давайте только не 150 тайфунов, пожалуйста. Байер, у кого-то есть на этого босса или нету? Вроде нет. А, тут ДЦ же не надо, да? Нет. Ну давай тогда япончик ШП. 4 хила сами похилят. Ну да, справится.
Лутер, кинь на меня. А, это Адванс услышал, что ты моба контролишь, который не к нам. Да, да, да. Так, что там? Ну все, давайте там еще. Я в курсе, я его дернул, блядь. Нихуя. Вот встал. А он. Сейчас он. Я не тут там входит. Да он. Хорош. Йотан, сзади с тебя стоял жрец. Ага. Объяснили, я вас спросил рычать, пришли, а у которого был помощник. Мертвый лежит.
Кристо, дайте арбиту. Мосса, выходи. Водить на трэше будешь центурионов и маршалов. Ща, пошёл в туалет. Быстрее бегите сюда в коридор. Не ждал, пока ты разрубишь. А у всех Т5 кнопки какие поменяли. Нет,
этого челика кто-нибудь, блядь, в ваги, что ли, отправляли, или... Какого, или нет? Кто? Для топ-покупатель, блядь. Он мне какого-то Ваха говорит, ты пишешь. Мне пишут. Ну, блядь, Вага может, но хуй. Это, брусничного пирога, по-моему, топ-покупатель. Центрёна только притяжки, когда начнет каст. Он не ваншот, ты жуть не расскажешь. Олеж, что там? Он ложный выпад не жмёт. Бля, мне ебаных центурионов не дают собирать, блять, пиз. Ну, блять, его нельзя забрать, пока он в ёбаном теле, он, блять, покажет. Что-то с этого босса, Мидекс. Байара в рейд. Слишком хуёвый рейд.
послакать хочет. Могу я пройти. Можешь пройти, да? Надо просто усилить как-то. Но нам надо взять Байера. Желательно РДД еще выполнить. Байера и РДД надо взять просто. Бутапешт надо что-то в рейде в этом. Да, ему грудак нужен. Короче, я так понял, все остаются, да, здесь. А кто Байер? Кто Байер? Ну, я могу уйти, ты возьмешь Танати Байера. Вот еще бы Милика мне поменять на Кирса. А Кирс зайдет вообще, нет? Или хотя бы Хант. Редваровский. Вместо какого-то Милика. Вот у Undead Worm нет вообще приора, на что вот берешь и убираешь его. Так, Undead Worm не заберет ничего, да? Берем Ханта тогда. Поставьте им там этот. Ставьте шкаф с Монти Мага. Кто-то грудак ролит на мейнспект Паловский, что ли, кроме. Или есть банк. Так, адванс по Нарти и Даш, Даркис по Луциню. Две совы, код, контрольте людей, там фиры, станы и так далее, вот эту всю парашу, корни используйте, когда люди в контроле, и АУЕ стопайте, если люди под боссом. Я буду инженера танчить, Йотун, ты в танке будешь, Враска в ДД. Даркис, ты танчишь бабу. Когда баба появляется... Так, а я кого? Йотун, ты танчишь мужика с щитом. А? Даркис, когда появляется баба, все ханты даете на пул на Даркиса, на треугольник. То же самое, когда воскрешают бабу. А не понял тебя, я в ДД вообще. Ты в ДД, я же сказал. Все суманули там? Ты как суман? Что ты делаешь? Какой спек там, Даркис? Да у него спек сбросился. А, ну давай делай. Я вообще, кстати, в последнее время заебался, так постоянно захожу, мне все настройки нахуй слетают. Папку ВТФ не пробовал сохранить? Там аккаунт, блять, аддон. Так не, понял, в смысле, слетают настройки, только на графу и еще, блять. Так это, блядь, все в этой папочке, я тебе секрет открою, копировать, вставить, все настройки, блядь, все будут те же, не? Япончик лутера на меня. Хуй его. Попробуй, блядь, ну то есть они слетают не все, а вот именно так, у меня масштаб интерфейс. Прошлого босса начитали липой, да? Ты кого-то поменял, да? Да? Нет, я просто перекинул танков отдельно. Так, чё, всё, все тут? Давай, чек на готовность. Чё так, не готов? Язык. А чё еды не поставили? Еда стояла. Поставил еду еще раз. Айзек. По Луциню. Все здесь можете запускать босс. У меня что, тихо слышно, что ли, или что, я не понимаю? Да, нормально тебя слышно. Люди без них не могут. Ханты, не забудьте напулить на Даркиса бабу. Добро пожаловать в будущее. И сейчас, когда будет, и когда резница. В
работе надоело убивать этого босса, трупами заваливая его. За глупой смерти будет мечта закрыта. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада Талатрана. Рейндж на базе игра. Когда всех четырех резнем, тоже рейндж. Эльфы крови, высшая раса. Это не между друг другом рейндж, а просто от нее, от этой бабы рейндж. Между друг другом тоже. Надо. Не так жестко бьет, мы его можем выбрать. Он если кинется в кучку, пять человек там подохнут. Давай. Зачем просто хилов лишний раз напрягать? Япончик, оно там доходило. Класс, убил Америка. Так, чё такое плёта со щитом? Отмести от этой базы. Это была дезориентация. Так, йотом и дисканул. А я ответственный. Может, я тоже пойду. Хорошая рука. Значит, имейте в виду, будут танковаться Феникс вместе с боссом. По команде, когда у Феникса мало хп, будете отбегать. Захильте войда. Чувствуете? Так, кто же там, блядь? Щит кто с паладинов может одеть? Знаю. Ну тогда будут инженеры с Фером танчить вместе. Дайте Инар податься. На Даркиса баба. На мне два моба. Хорошенько хильте Войда, потому что Фир бомба будет убивать. Инар податься. Саза. Чине. Значит, этот. Броня дашь на пул мужика щитом Войда. Остальные два ханта бабу в Даркиса. И бегающего первого. Надо двух мне словить. Босс же сильно не бьет, можно попробовать, чтоб Норси медведя самого босса танк. Я просто шипу верхи, бля. Не знаю. Феникс, кто ловит? Хорош. Вставать? Один снимает. Баба бы отвечает.
Надо удар поставить. Сука, мы все земли. Поменение аккуратно. Инженеры, быстрее! Дерганите все вместе. Бипа. Бомба. Норси, босс, когда активируется, прыгай в медведя и забирай на себя босс. Хилы оверхильте Норси, да что она упадет будет на фениксах. Бомба. Бомба, 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 бомба. Нету бомбы, инженер сдох. Первая на пул, и сразу же все отдаете в Норси, кроме хантов. Давайте Геро. Не надо держать босса, я. А кто Феникс выловит? Я выловлю. Лизона, пошли быстрее. Морис. Контроль. Кого бы плюс чат? Энджи, поднимай меня. Приоритетно сливать Феникса. Боже. МРДЦ. Контроль 5 секунд. Нет,
Байру лес не надо. 2% переводим босса в ДД, пока Феникс. Босса в ДД, да? Чипсы вставить можешь? Все, теперь пока не вставить. Эдвард, почему пушку не снимаешь? БР у кого есть? Плюс чат. Есть. Давай, Войт, поднимай чипс. Вот сейчас будешь, Войт. Потому что на ханда, блядь, еще видишь макрос. После потом с макрос. Зона. Не надо начислять, мы за первый пул не начисляем как из пуловой. Мост встать можешь тоже? Или в босс? Яйцо, яйцо, быстрее. Феникс на после приземления столько людей дохло, интересно, да? Там два человека только умерло, но лучше. Чё, давайте порт... На свиток нажимаем, мы инспекция. А порта же нет. ЗС летим. Перекур 3-5 минут. Кому лут не нужен. Это... Вага, ты... Чё там, Вага, если никому этот кусок Т5 не нужен, то...
я бы взял. Надо пеш заберет. А как мы без ДЦ, блядь?